Врач из немецкого национального района не останется на улице. Неделю назад мы рассказывали о женщине, которую лишили прописки, а вместе с тем и очереди на получение жилья. После выхода материала в эфир ее вызвали в районную администрацию и объявили, что регистрации не лишат. Напомним, Оксана Небылица, участковая медсестра из немецкого национального района, переехала в муниципалитет, когда ей пообещали место в больнице и служебное жилье. Но за 5 лет мать-одиночка с 5 детьми его так и не получила. На свою зарплату ей удалось снять квартиру лишь в маленьком селе. Но для участия в программе по предоставлению жилья с нее требовали прописку в райцентре. Ее женщина оформила фиктивно. Недавно этот факт обнаружила миграционная служба и ликвидировала регистрацию. А вместе с пропиской Оксану лишили и очереди в программе. Медик обратилась за помощью в приемную губернатора и в наш телеканал. Возможно, именно после этих мер на ситуацию многодетной мамы обратили внимание местные власти. На днях они заверили женщину, что даже с пропиской в маленьком селе она сможет претендовать на жилье. Кстати, ее очередь уже подошла. Как рассказала нам сама Оксана Небылица, она уже внесла залог на долгожданную покупку собственного дома.